Приветствую всех зрителей. Недавно купил на сайте AliExpress смартфон, довольно популярный, топ продаж, Xiaomi Redmi Note 7. Итак, пришло мне ко мне из Китая, в принципе все работает, протестировал, по все параметры работают, AnTuTu там все четко показывает. Но вот я заметил, что Bluetooth не работает, не могу передать данные с этого смартфона на компьютер. Поэтому сейчас сниму короткое видео и покажу вам, протестирую, так сказать, правдоподобность. Смотрите, просто здесь картинка. Хочу передать на свой ноутбук. На ноутбуке я включаю Bluetooth. Принять файл. Все, ожидается компьютер принятия файла. К примеру, вот фотография. Я отправляю. Видите? Вот, Bluetooth. Идет поиск устройства. Вот, Федорук ПК. Оп, отправляем. Отправка файла. Сейчас ждем, что появится. Сейчас, по идее, вот, компьютер подключился к передаче. Так, видно вам, нет? Вот. Видите? То есть, вроде как он подключился, но нету получения. Вот. Строка графа не идет. Соответственно, ничего не передалось. Беру свой старый смартфон, которому уже больше 2 лет. Здесь нажимаю отмену. Заново включаю, подключаю, принимаю. Ждем. Ноутбук ждет. Беру ту же самую фотографию, передаю Bluetooth. Вот то же самое. ПК. Смотрим сюда. Появляется и идет графа, строка заполнения. Видите, передача данных. На этом смартфоне, на этом, то есть не было, на вот этом, на, так сказать, который я заказал. Соответственно, здесь Bluetooth просто не работает. Все, ребятки, спасибо всем за внимание. Я надеюсь, вы поняли, что когда вы покупаете какой-либо товар, тщательно его проверяйте и спрашивайте продавца, чтобы он его возвращал. Еще раз, смотрите. Нажимаю отмену. То же самое. Принять. Беру этот смартфон. Bluetooth. Передаю. ПК. Подключение есть. Но графы нету. Нету. Что это такое? Беспредел. Вот видите? А не, пошла графа. Но с огромным затупливанием. Видите, передаю файл с этого. Но он что-то там скаканул и все, и на месте стоит. Ничего нету. Такая чушь получается, ребятки. Ладно, подождем еще секундочку. Нету, нету, нету передачи. Если честно, я даже удивился, потому что я пробовал несколько раз передавать файл. Вот эта штукенция, ее вообще никогда не было. Но сейчас она, вот видите, появилась с легонца. Ну и толку, что с того, что она появилась, если она дальше не пошла. Все, поэтому все проверяйте тщательно. Все, отбой. Смотрите. Ничего не передалось. Вот такие дела, ребятки. Спасибо всем за внимание. Всем пока.